сестрой решили прогуляться. Как обычно, дома жрать нечего. Я сегодня даже первый день занималась на нижнюю часть тела и одела свои тренировочные лосины. И у меня жопа из них выскочила. Зато будет стимул, да, чтобы они сели обратно на место. Так что нужно заниматься спортом. Попу, ноги и все остальное. Да, ждите скоро на всех экранах страны. Так, взялась за спорт, что иду сейчас в спортмастер за кроссовками. Там одни присмотрела уже, покажу вам сейчас. Для бега, кстати. Вот. Это фирма какая-то Демит. В общем, прикольно. У меня такой серый, эти самые такие. Лосины серые и футболка серенькая. Столько комплекта. Думаю, подойдут. Как вам? Мне очень удобно. Пока. Пока удобно. Стоим возле Дикси. А нас никто из таксистов брать не хочет. В общем, мы стоим, одного вызвали. Стоим, ждем, когда нас заберут. Но что-то уже терпения нет. Ух ты! Привет, друзья! Сегодня первый день, как я вышла на пробежку. Я стартанула так, прям бодрячком. Но это капец. Я бегала последний раз, я не знаю, мне... Я не помню, сколько лет было, но это было еще в школе. Вот. Я думаю, вы понимаете, как это. Тем более, что давно спортом никаким вообще не занималась. Очень тяжело. Давайте со мной на пробежку. Я не ожидала, что будет так холодно. И не ожидала, даже не могла предугадать, что у меня будут течь сопли, еще там что-нибудь. Да, короче, это дело такое. Не из легких, я бы сказала, особенно когда ты не занимался этим. Но я без фанатизма. И сейчас побегу обратно. Нужно каждый день по чуть-чуть, а потом увеличивать расстояние, не знаю, темп. Что так, я просто умру и все. Заболеть. Надпись. Ждем вас снова. Я надеюсь, что после этого дня меня не стошнит от спорта. Сейчас я поеду, вернее, схожу на почту, она здесь рядом. Мне пришел заказ один, вернее, посылка. Обязательно вот потом сниму и покажу, что мне пришло, потому что я даже сама не знаю, что там. Решила даже не переодеваться, взяла документы и пойду так, в общем. Чё париться? Настоящий лох.
забыла деньги. Теперь обратно домой. Давайте. Что тебе же не поставили, фотки не поставили? Так, и здесь, да, поставить? Нет, где галочки? Ага. Угу, спасибо. Оказывается, деньги не нужны были, но, как всегда, я даже знаю, что это пришло мне. Сейчас покажу.